Проводить совместные акции с ребятами из отрядов юных инспекторов стало уже традицией. Учащиеся 4-й школы разъяснили водителям, как нужно вести себя, если они увидели играющих на проезжей части детей, а также напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима, а также об обязательном использовании ремней безопасности. Здравствуйте, мы из отряда юных помощников ГИБДД, и мы хотим задать вам несколько вопросов. Всегда вы ли пристегиваетесь ремнем, когда ездите? А какая у вас скорость, когда вы ездите на дороге? 40 километров. Хорошо, километр час. Спасибо. Водители слушали юных инспекторов, отвечали на вопросы, задаваемые ребятами. Ведь когда дети напоминают о правилах и необходимости их соблюдения, это приятно вдвойне. Напоминают, конечно, приятно, что они, напоминая нам, они сами учат эти правила и уже запоминают от нас, как нужно вести себя на дорогах. Надеюсь, не будут выбегать. Если уже с таких лет, если, наверное, сами уже там... Более-менее будут это соблюдать и другим, может, своим, друзьям расскажут, скажем так. Акция проводилась в преддверии летних каникул, называлась «Осторожно, дети». Скоро ребята будут предоставлены большую часть дня сами себе. Соответственно, водители транспортных средств во избежание трагедии должны быть всегда готовы к внезапному появлению детей на дороге. Родителям же стоит напомнить своим чадам правила дорожного движения. Родителям необходимо повторить с детьми правила безопасного поведения на улице, еще раз детям напомнить о том, где, как правильно переходить проезжую часть, с какого возраста двигаться на велосипеде. Ну и правила пользования ремнями безопасности, конечно же, детям тоже нужно напоминать. Уважаемые водители, будьте бдительны, соблюдайте скоростной режим и правила дорожного движения, ведь даже старая поговорка гласит: «Тише едешь, дальше будешь». Андрей Жилин, Максим Колосов, новости провинции.